память священномученика Иннокентия Кикина, священника. Иннокентий Арсеньевич Кикин родился в 1878 году в селе Ушковское Чумаково Томской губернии в семье священника. После окончания Томской духовной семинарии он был определен в псаломщики, а чуть позднее в учителя подготовительных классов Томского духовного училища. В 1910 году Иннокентий Арсеньевич был рукоположен во священника к Никольскому храму села Нижнекаменское Барнаульского уезда, где служил до своего ареста в 1937 году. Отец Иннокентий был арестован 28 июля 1937 года. Священника обвинили в участии в контрреволюционной повстанческой организации и приговорили к расстрелу. Священномученик Иннокентий Кикин был расстрелян 26 октября 1937 года в Новосибирске и погребен в общей безвестной могиле.